То вы блинчики только готовите с мясом, с орешками. Давайте сегодня будем делать блинчики по-другому. Начинка — это просто курочка жареная, шампиньоны и, конечно же, шпинат с луком, чуть-чуть чеснока. Начинка — это, смотрите, курочка, шпинат, лук, чеснок и, конечно же, шампиньоны. Вот так делаем и ставим, конечно, на сковородку. Так, посмотрите, вот это все так сделала. А сейчас сделаю начинку. Вы можете делать начинку, какую вы хотите. Там с сливками, с помидорами. Я сейчас вам покажу, какую начинку делаю я. Вот такую начинку с пуэро, с луком, помидорами и, конечно, чуть-чуть сливок. Вот. Так, а теперь на 10 минут, конечно, духовку. Ну, концовка вот такая. Смотрите, чем вам это не блюдо. Вы знаете, вот этих блюд, вот этого блюда. Можно... Это будет просто второе блюдо для счастья. Всем с праздником!